Для наиболее точного определения коэффициентов активности методом ЭДС используют химические цепи без переноса. Как следует из уравнения, ЭДС такой цепи можно представить в виде это уравнение при заданном значении m содержит две неизвестные величины. Для их определения строят графики зависимости. При малых концентрациях соли зависимость прямолинейна, так как согласно предельному закону Дебая-Хюкеля экстраполяция прямолинейного участка зависимости от к отсекает на оси ординат величину так, как если измерения ЭДС выполнены с очень высокой точностью, то имеет смысл проводить экстраполяцию в координатах. Экстраполяцией в координатах удается определить стандартный потенциал с точностью до 0,01 милливольта. После нахождения Е нулевого можно рассчитать активности для любой концентрации m.